Я думаю, вы ждали этот финал с мадридским Реалом, в который мы, конечно, еле-еле попали, но все-таки мы играем с Реалом в финале, и ничего, не говорите мне, что я отскочил с Бенфикой, отскочил с Арсеналом. Нам нужно уже сыграть как следует в этом финале. Олимпия Стадиум, Берлин, финал Лиги Чемпионов. Вот команды. Иньеста, а вот и Гасильяс. Два капитана. Важный матч для нас. Так, пас на Неймара не идет. И пас идет. Пас на месте следует. Сюда пас. Дальше. Здесь на ход. И обидно, что для удара позиции никакой выгодной у нас не было. Удар! И здесь Касильяс, добивание идет. И головой бы еще добить. Удар идет. Еще один. Добивание, так скажем. Гаррет Бейл, Гаррет Бейл. Так, сюда. И здесь мяч уже у Касильяса. Так, Гаррет Бейл, Гаррет Бейл. Роналду Бейл. И здесь нам везет, что у Бейла не проходит удар. И мяч с его ноги снимается благополучно. Жорди Альба будет подходить к мячу, хотя... Кто у нас еще здесь есть? Правоногий. Лионель Месси. Он левоногий. Нам нужен правоногий. Вроде Неймара игрок. И как можно сильнее пробивать. Здесь нам нужно Касильяс. Он забирает мяч в свои руки. Никому, я думаю, этот мяч не отдаст. И туда на фланг. Дальше. Лионель. Это для него шанс. Пробивает Лионель. Добивание по пустой раме. Рамы пустые и гол. Да. Это Неймар, он забивает первый в этом финале. Мяч. Касильяс отбил мяч, но какие-то силы все-таки не позволили ему отрикошетить от рук Касильяса куда-то в сторону. Вот удар и вот добивание Неймара, который подоспел как нельзя кстати. Так, здорово. Нарушения не было. Туда. Здесь Сережа Рамос. Как по лезвию ножа он ходит и отдает такой пас, что вроде Месси буквально один шаг и все, и он должен был его отбирать. Но все, благополучно закончилось. Удар! 1-1 делает Роналду. Так, здорово, сразу же в ответочку им. И будет дополнительное время. Как-то нам не очень везет в этой Лиге Чемпионов. Счет становится. Все. Это уже пахнет не очень хорошо. На Бейла заброс. Здесь Клаудио Браво. Туда дальше. Стой. Вот сюда, ближнему. Здорово. Ну, да, 2-2, Месси.
мы это делаем. Мы доводим все-таки игру до пенальти и наконец-то сравниваем счет. Опять пенальти. Ребята, опять пенальти. Как это ни странно звучит, но действительно так. Оставляем всех тех, кто бил пенальти Бенфики. Ну и поехали. Мы бьем первые. Начнем, пожалуй, для уверенности с удара по центру. Надеюсь, Гасилес не среагирует. Отбивает. Браво, удар Роналду, и все. Мы ведем 1-0, но еще ничего не ясно. Мунир бьет. Точный удар. 2-0. Счет становится по серии пенальти. Гаррет Бейл. Вот это голкипер. Лионель Месси. Если он забивает трешку, то это уже попахивает победой в Лиге Чемпионов. Клаудио Браво против Чичарито, который нам один мяч забил как раз-таки. Нет, Чичарито забивает мяч. И еще здесь ничего не ясно. Так, ну надеюсь, Иньеста забьет. Штанга! Как обидно! Как обидно здесь! Все переворачивается с ног на голову. Ну а Браво отбивает удар, и все. Это победа. Это победа в Лиге Чемпионов. Наше название теперь появится на кубке. И Барселона выигрывает ту самую Лигу Чемпионов. 14-й версии PES у нас Барселона брала Кубок УЕФА, то есть Лигу Европы. Ну а теперь Лига Чемпионов также нам приходит в коллекцию трофеев. Да, вот Неймар радостный. И трибуны просто взрываются от того самого кубка, который Неймар и компания держат в руках. Да, ну я думаю, на этом серию победную для нас стоит закончить. Ну а на этом все. До новых встреч на развлекательном канале Video Channel 47. Всем удачи, всем пока.